откуда же появляются машины? Их собирают из деталей? Вот на таких заводах. Давай заглянем туда и посмотрим, как это делается. Это робот. Он собирает машины. Сначала детали кузова машины соединяют сваркой. Устанавливают переднее крыло, заднее крыло, крышу, капот и двери. После этого машину красят. Устанавливают передний бампер, задний бампер, накладки и стекла. Устанавливают колеса. Фары. Задние фонари. Выхлопную трубу. И двигатель. Машина готова и может отправляться в путь.